Девочки и мальчики, идем гуляем с вами. Вот я где дачи, я решила зайти здесь немножко прогуляться с вами. Здесь я первый раз не была. Ну, думаю, вышла в магазин и сразу же, думаю, схожу, прогуляюсь, посмотрю здесь. Ну, вот какой-то двухэтажный коттедж. Почему-то заброшенный. Так бы людям дали, люди бы что-то сделали, да. Может быть, кто-то и жил здесь. Все-таки как бы не было, жить-то все равно надо где-то. Сейчас мы с вами так обойдем, прогуляемся. Ой, туда не пойду. Что-то я побаиваюсь, чтобы меня хоть там ничего не посыпало нас. Ну, вот так вокруг обойдем, посмотрим. Вот моя женщина. На второй этаж. Ну, это туда подниматься. Нет, возвращаемся назад. Туда подниматься мы не будем. Там тоже... Не-не-не. Ну, лучше назад обойти, чем вот это. Ну, второй этаж. Там лестница, наверное. Ну, я что-то побаиваюсь заходить в такой. Этот сейчас обойдем лучше с этой стороны. Я вам не такое небольшое видео. Маленькое сделаю. Прогуляться. Ой, не знаю, вы знаете, что-то у меня, где брова... На брове выскочил какой-то прыщик. Ой, думаю, ну и что, не хватало. Не было, тут раз какой-то прыщик у меня выскочил. Ну, не знаю, что это такое. Ну, вот такой этот сам. Ну, кто-то, ну, я так думаю, что здесь кто-то раньше жил. А вон еще какое-то здание у нас. Сейчас сходим про... Ой, посмотрим, что за здание. Я вот это... А, тут видите, как подниматься на второй этаж, оказывается, вот отсюда надо. И главное, оттуда можно и отсюда. Ой, ну не знаю, сгорело оно вроде. Ну, давайте поднимемся. Можно было пройти и сюда выйти, а я что-то побоялась, потому что там что-то так сыпется. Ну, вот я не знаю, что эти за коттеджи тут двухэтажные, как оно правильно называется. Это кто тут живет, те знают. Ой, ну смотрите. Ну тут жили. Смотрите, какие были пожары или что было, сгорело. Посмотрите, какие большие комнаты. Ну, мои хорошие. Вот это я зашла, рискую. Ну, обоями, потолок поклеен обоями вот тут вот так. Это я даже не знаю, что... Ой, ну тут... Ой, какая-то была эта сцена. Или чё? Ну, короче, что-то было, мои хорошие. Это второй этаж. Вот, а тут как кабинетик маленький такой. Второй этаж. Ой, ну страшновато эти, видите, как падает он. Эти даже наклеены были. Ну, тут вот полы проваливаются. Это такой... Ну, что-то такое было, я не знаю, что здесь было, не могу сказать. Это кто здесь местный, тот знает. А, и с той стороны он двери, можно заходить было. Все, мои хорошие, дальше не пойдем, возвращаемся, бо мне что-то как-то боязно прям здесь лазить. Саша, я вышла в магазин, мусор выкинула.
Ну и думаю, пойду пройдусь, а здесь прогуляюсь. Я же еще здесь не была. Вот, думаю, зайду. Ну, это тоже, видите, второй этаж там вот. Что-то светлеет. Наверное. Не, ну, наверное, сюда, я думаю, выйдем. Сюда зашли. Ну, тут вот тоже какое-то здание. И птички поют. Ну, тут тоже можно заходить. Ага. Ну, я что-то побаиваюсь. Я какая-то трусливая. Вот это я же на второй этаж зашла. Ну, тут горело что-то. Поэтому, наверное, и люди... Ой, ушились. Ну, тут вообще заброшено. Заброшено все. Ну, это бомжам. Если жить негде, то, может, даже и сюда и придут, пристроятся, будут находиться, жить. Ой, тут как свинарник был. Чи туалет. Ой, туалет был. О, туалет был, видите? Ну, туалет был. Это казарма была. Ну, наверное, здесь армия была или что. Ну, что-то было. Это надо спрашивать те, кто тут местный. У них спрашивать, что-то здесь было. Так это куда ведет? Ой-ой-ой. А это что, второй этаж, туалет? Девочки, мальчики, ну это вообще куда-то я забрела, не знаю куда. Ну, зашла. Ну да, туалет. Видите? Это, я так поняла, туалет тоже. Ну, тут что-то, кормушки какие-то, написано 100. Короче, непонятно что. Я выхожу, потому что непонятно что. Ну и вот это. Ой, вообще завал. Вот это. Ой-ой-ой. Так. Не-не-не, назад спускаемся. Ой, деревья. Ой, короче, завал. Зацепилась. Ну, травка тут у нас. Вот. Ну, там дачи у нас. Дачи туда дальше. Ну, на это самое, на те дачи я не иду. Ну, вот я не знаю, вот эта дорога куда ведет. Но я смотрю, люди сюда идут. А куда они ходят, не знаю. Ну, а тут вот, видите, да. Вот такое. Тоже он потолок. Ну, все так обычно. Как бы так. Да, это тут здание такое. Вот. Страшноватенько, девочки, мальчики, лазить. Короче, не знаю, что это за барак тут был. Но мы с вами гуляем. Ой, ну минут 15 погулять с вами. Ну так видите, здесь вот хорошенькие такие обойки были. Нет, это плитки. Ну, так, заходить не будем. Ну, его баню. Сейчас мы с вами туда пройдемся и назад. И уже я пойду в магазин. Хочу купить. Тут, ну, как всегда, водичка течет. Ну, я не знаю, я смотрю, мужчина пошел сюда. А куда он пошел, не знаю. Я потеряла его. Я думаю, ладно, пойду, пройдусь, посмотрю, что здесь. А здесь вот такое у нас, мои хорошие. Ну, и там какой-то барак тоже. Ну, это тоже на второй этаж тут заходить. Ну, как обычно, как на тех бараках, так и здесь. Ну, и вон там какой-то барак тоже. Вот. Туда уже я не пойду, надо было пройти и туда идти. Ну, люди ходят, вы видите. Люди ходят, непонятно, куда выходят. Может, на другие дачи идут. Там, может, дачи есть еще какие. Я не знаю. Я как бы не знаю, не могу сказать. Ну, что-то здесь у нас было. Вот я с вами лазю, как это самое. Ну, ой, куда это еще дорога выводит? Куда-то выводит, мои хорошие. Тут еще дорога. О, я даже не знала, что дорога есть.
Это, наверное, выходит на Авазовск. Ну и туда, не, ну туда мы не пойдем, потому что я как-то это самое. Ну тут еще, смотрите, стекла где-нибудь есть. Вот какой-то домик был. И вроде как шторочки есть в этих домиках. Ой, ну, короче, я с вами сейчас выйду и пойдем. Ну, вон дома, да, наверное, на Вазовске, или где мы с вами тут вышли. Где-то здесь. Что-то здесь у нас было. Нам придется назад выходить. А, машина какая-то стоит. Ой, куда-то я заперлась. Что даже сама не знаю. О, еще орут. Кто-то орет. Короче, куда-то я... Ну, ты вы знаете, тут люди жили. Вот я смотрю, балкончики такие сделаны. О, балкончики сделаны. Вон машина стоит. Это я куда-то заперлась, не знаю куда. Куда я заперлась, ну, заперлась я с вами. Ну, какая-то тут организация или что вот там есть. Ну, вот. Ну вот, заперлись с вами. Придется возвращаться. Потому что я не знаю, что это у нас тут. Ну, с вами прогулялась. Мне интересно было. Вот такие почки. Мне интересно было посмотреть, что здесь. И вот поэтому я решила с вами подняться сюда. Вот, немножко думаю про это. Ну что, пойдем назад тогда. Что тут? Туда уже не пойду. Уже назад спустимся, да и пойду я в магазин тогда. Вот. Дальше. И магазин. Вот я вам не... Сколько там минут? 14 минут. Ну, я думаю, достаточно. 14 минут. Ну, все, мои хорошие. Я думаю, домой надо идти. Ой, да. Все, погуляли. Хватит. Вам показала. Так же, как и вы увидела эти бараки, которые раз этого горевшие или что. Не знаю. Поэтому думаю идти домой. Ну, может быть, еще куда-нибудь сходим в следующий раз в другое место. Вам еще покажу. Вот, прогуляемся сериалами. Вот, покажу вам другое место. Сейчас пока. Ну, вот так. Ну, вот. Коты. У нас тут и дача, и вот и дача за деревьями здесь. И это самое. Вот. Люди идут, ходят на дачу. Так. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Девочки мои, мальчики, дорогие мои, нравится вам, не нравится? Оставляйте комментарии. Вот. Кому что понравилось. Ну, у нас карантин, поэтому не сильно погуляешь на море, не сильно где-то походишь, как бы сказать. А сюда я зашла, меня здесь никто не видит, и я как бы одна с вами прогулялась, вам все рассказала, показала, и иду как бы домой гулять, вот, отдыхать. Ну, а завтра, может быть, сходим еще в другое место, посмотрим дач. У нас, я так поняла, что у нас несколько вот этих дач. Вот. И поэтому здесь мне ближе, и я поэтому с вами сюда пришла. Как бы иду в магазин, мусор выбросила и с вами. А тут вот дача, видите, люди перешли через речечку. Вот собака тоже гуляет здесь. Вот. Перешли через речечку. И пошли. О, привет, Вова. Ну все, всем пока-пока. Завтра вам еще одну серию сниму. Сюда приду. Вот туда схожу, туда сходим. Там поснимаю вам еще дачи дальше. Тут с краешку снимала вам.
Теперь завтра еще. Если получится завтра, значит завтра пойду туда, сниму вам дачу еще. Вот. Журчит у нас водичка. Вот. Вот так.